видео для моих подписчиков на YouTube, друзья. Я хочу с вами поделиться этим прекрасным местом, где вы увидите сейчас, как океан и ветер взаимодействуют. И в этом взаимодействии есть огромная сила, которая вас приведет к гармонизации, к наполнению энергии, к раскрытию ваших потенциалов. Когда мы созерцаем природу, мы начинаем чувствовать себя ее частью. И благодаря этому все, что происходит во Вселенной, начинает оживать внутри нас. Потому что городской житель, человек, который постоянно переживает о чем-то, он забывает об этом. Он теряет с этим связь. И потеряв с этим связь, человек чувствует себя одиноким, напряженным, зажатым. А это порождает кучу проблем. И вот для того, чтобы прямо здесь, сейчас вы почувствовали себя иначе, я иду к океану, шум которого вы наверняка уже слышите, и ветер сейчас сильнее становится, потому что я практически напрямую уже вышел. И я хочу, чтобы вы насладились этим видом, я хочу, чтобы вы насладились этим взаимодействием. И таким образом ваша жизнь начала бы меняться здесь, сейчас. Особенно тот, кто давно не был на природе, кто давно не видел океана, а бывают люди, которые вообще его никогда в жизни не видели. Мне тоже довелось увидеть океан только уже в 30 с чем-то лет. Да, где-то 31 или 32 года мне было, когда я первый раз увидел океан. И с тех пор моя жизнь здорово изменилась. Потому что океан – это моя стихия, вода – моя стихия. И когда ты видишь эту мощь, ты начинаешь по-другому воспринимать себя. Поэтому, друзья, я уже практически на прямой выхожу. И хочу, чтобы вы вместе со мной разделили эту радость взаимодействия океана, воздуха и Вселенной. И получили бы огромное удовольствие. Такое, какое я сейчас испытываю. И ваша жизнь начнет круто меняться. Поэтому все, что я делаю, способствует исцелению каждого из вас. Все, что я делаю, это искренне меняет этот мир. И через меня эта работа происходит с моими пациентами, с теми, кто приходит на мои тренинги, вебинары. И сейчас, через это видео, я делаю то же самое. И надеюсь, что каждый услышит мой призыв, кайфанет от этого. И, глядишь, включится осознанность, включится интуиция, включится то состояние, которое вам сейчас не хватает. А кого-то, может быть, прямо здесь сейчас и посетит инсайт. Потому что такие спонтанные видео, которые я записываю часто, у людей, которые смотрят, вызывают нужные изменения. Потом мне пачками пишут, как классно, как здорово, как интересно, как шедеврально я чувствую себя снова. И люди возвращаются к себе. Поэтому я каждому из вас это желаю. Чтобы вы вернулись к себе. Вот мне осталось буквально 50 метров пройти до океана. И сейчас я вам покажу, как это красиво выглядит. И минуту-две дам вам наедине побыть с океаном, насладиться. Это спонтанная запись, как я говорил. И вы почувствуете, да уже наверняка чувствуете, что-то меняется. Мы уже 4 минуты с вами идем к океану. Я тут параллельно многие вещи вам пытаюсь рассказать, которые, на мой взгляд, являются важными. И теперь я добавлю красок, подойдя совсем близко к океану и дав вам это время побыть с ним наедине через это видео. Также, друзья, я вас призываю, во-первых, подписаться на мой канал, если вы первый раз на нем. И поделиться этим видео с друзьями. Кому особенно сейчас одиноко, грустно, кто впал в отчаяние, или кто решает какие-то большие проблемы для него. Потому что, когда мы начинаем возвращаться к себе, к Вселенной, к гармонии, мы обретаем силу. В нашем сердце начинает открываться любовь и потенциал для решения любых задач. Но я совсем уже океан, а теперь я вам показываю его вам.
Ну как, друзья, нравится? С вами был Артем Толоконин с побережья Атлантического океана, пляж Гуинчо, Португалия. Всем удачи, друзья. Люблю вас.